Всем привет, сегодня будем проходить мобильный проект Granny 1 в Майнкрафте. Стартуем! Не помню, чтобы я хоть раз показывал мобильный проект от подписчиков. Просыпаемся в нашей комнатке, смотрите, картина, все стоит на своих местах. Здесь почему-то лесенки, можем залезть на шкафчик. Ну-ка, что написано? 5 days, 5 дней. Кровать уже двухспальная, видимо, это намек на то, что бабка жила раньше с дедом. Сейчас она почему-то одна. Шкафчик, заходим. Есть ли, кстати, в проекте бабка? Дверь открывается не в ту сторону. Странность. Заходим в ванную. У нас все стены сделаны из одного блока. Это вот такие раковины. Огромный унитаз, больше, чем раковины. А иначе, видимо, никак и не сделаешь. Ванная. В этой рамке пока что ничего нет. Все, здесь из окон ничего не видно, он зашил шерстью и стеклом. Давайте пока пробежимся по этому этажу. Просторная комнатка, более просторная, чем в мобильной версии игры. Стоит торшер. Так, у нас, похоже, соперники тоже есть. В следующем обновлении, ничего себе. Это имитация вешалки. Это у нас шкаф с пасхалкой, в котором ничего нет. Данный проект интересен тем, что он сделан на мобильнике. Тем самым его было сложнее создать. Побежали наверх, если он есть. Мы с вами направляемся к манекену. Здесь очень просторно, нереалистичные пропорции. Так, не свалимся хоть. Идем к клетке. Сами зашли, главное. Здесь что-то взяли, видите, рамка уже готова для следующего обновления. Это у нас такое инвалидное кресло. В данном проекте я сделал поблажку на то, что он именно мобильный проект. Если бы это был проект на ПК, я, скорее всего, такой показывать не стал. Потому что он слишком уж простой. Так, ну-ка, это у нас сундук, в котором мы прячемся. Но здесь спрятаться нельзя. Тут прям аж целая дверь, видите, даже приседать не надо. И попадаем в ванную. Но пока попадать не будем, давайте поднимемся к пауку. Дверь уже изначально открыта. Ну-ка, паук, тебя нет? Паука не оказалось в клетке, видимо, ему бабка уже давно не давала еду. И его не стало, но паутину он все-таки сплел. Он все сделал немножко больше в пропорциях. Вот проход узкий. Тут-то вообще, смотрите, какой зал огромный. Доски уже кто-то разбил. Манекен раздет. Чисто скелет оставили. Бам, и падаем в ванную. Давайте сходим в самый низ. Что у нас здесь есть? Главная дверь. Очень даже таки левее, чем лестница. В реальности у нас главная дверь находится где-то вот здесь. Вот, смотрите, мы отсюда смотрим под маленьким углом. И уже смотрим на лестницу. Шкафчики. Ух ты, можем пройти. Голова скелета. Выйти нельзя. Ах ты, там просто местные жители ходят. У нас бабки реально в игре нет. В следующем обновлении. Зашли только на первую ступеньку подвала. Это шкафчик. Вот почему он комоды вот такие сделал, непонятно. Причем здесь лестницы. Это кресло огромное. Да, очень большая почва для прогресса. Смотрите, телевизор с диваном и огроменное кресло, вообще не соответствующее никаким пропорциям, как будто бабка-великан. Это какое-то троллинговое кресло. Также картины висят на своих местах. Здесь у нас какое-то зелье, нельзя почему-то взять, ладно. В шкафчике ничего нет, открытый дворик даже есть, оказывается. Побежали к нему. А как попасть? Тут кнопка есть, что ли? Смотрите-ка. А, так он сделал выход. Одного стекла не хватает, ура. В следующем обновлении. Но все равно можем прыгнуть. Кстати, а себя зажать не получается. Гильотина. Огромный плейхаус домик. О, даже механика есть, представляете себе. Мини-механика. Вот. Он сделал даже сундук, в котором можно прятаться. Колодец тоже очень огромный.
Кстати, а если мы прыгнем, мы же отсюда уже не выйдем. Нам пригодится тогда режим креатив. Гильотина тоже большая и расположена совершенно не так, как будто бы разработчик проекта не играл в Гренни. У нас же гильотина находится вот здесь. Мы с вами впервые смотрим мобильный проект Гренни. Давайте вылезать и пойдем на кухню. Тарелочки висят в рамках. Это у нас кухонный гарнитур. В принципе, сам проект похож на Гренни. Но пропорции он соблюдает не так хорошо, как другие разработчики. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами посмотрели мобильный проект Гренни 1 в Майнкрафте. Если у вас есть подобные мобильные проекты в Майнкрафте на известные игры, обязательно их присылайте в личное сообщение группы ВКонтакте. Оцените видео лайками, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.